конечно, обидно начинать чемпионат с поражения. Но были у нас моменты, конечно, чтобы перевернуть игру, забить гол, но не получилось у нас сегодня взломать оборону команды РУК. Приходится начинать с поражения, что делать. Будем думать, как карабкаться, потому что моменты есть, создаем моменты, но это как последней точки нет. Завершение. Конечно, хочется отметить, что гол тоже пропустили со стандарта, но до этого эпизод был. Стандарта-то не было, углового не было. Мяч ушел от игрока Руха на угловой. Здесь, получается, ставят стандарт угловой, нам забивается этого стандарта гол. Так что немножко неприятно такие моменты. Простой эпизод, тем более судья был рядом, ну, значит, так и должно быть. Уважаемые коллеги, представляемся и в микрофон, задаем ваши вопросы. Кто первый? Если вопросов нету, Максим. Ребят, увереннее тогда. Сергей Петрович, можете объяснить замену Бручича на Климовича? Мы уже начали рисковать, мы уже перешли на игру в 4 защитника. Хотели забить, конечно, уже пошли большими силами вперед. Получилось взломать оборону РУК. Они очень компактно оборонялись, всей командой. Не просто было взломать. Хотя моменты были, но не получилось. Следующий вопрос, Владимир. Сейчас везде тема номер один – коронавирус. Как относитесь к тому, что в Беларуси чемпионат продолжается? И вот какие меры принимали именно в своей команде, чтобы как-то обезопасить? Ребят, у нас вопросы сегодня только по игре, поэтому, пожалуйста, если есть еще вопросы по игре. Ситуацию с коронавирусом мы уже комментировали, поэтому нам тут больше добавить нечего. Хабиков Никита, футбол Беларуси, Сергей Петрович. 3 поражения команды на старте. В какой форме находится команда? Готова ли она к сезону? К сезону мы готовы, но понятно, результат отрицательный, но я думаю, все будет хорошо. Будут ли еще вопросы? Максим? Что по ходу матча вам подсказал Сергей Витальевич Гуренко? Вы говорили с ним по телефону на скамейке запасных? Понятно, мы были с ним на связи. Обсуждали перестроение, которое мы можем сделать, чтобы изменить ход игры только по игровым моментам.